Андрей, скажи, пожалуйста, соблюдают ли люди в Москве дресс-код? Что ты об этом думаешь? Я не могу сказать, что конкретно соблюдают, но я считаю, что дресс-код – это человек его сам. Скажи, пожалуйста, почему в Москве не соблюдают дресс-код? Я не знаю, на самом деле, точную причину. Это... У меня это просто факт пока что. Я здесь уже зашел, я увидел несколько людей в шортах, я увидел несколько людей каких-то даже микс вечернего и спортивного. Целеева. Это поло и гольф-клуб. Сегодня мы являемся свидетелями турнира между Россией и Великобританией по поло. Ну что, посмотрим, чем все окончится.